Каждый год перед владельцем участка или, скажем, собственного коттеджа встает вопрос об уплате земельного налога и налога на недвижимость. Оба эти вида налога являются общегосударственными. А значит, граждане должны помнить о крайних сроках проведения подобных обязательных платежей в этом году. В инспекции по Московскому району города Бреста зарегистрировано около 30 тысяч видов объектов обложения налогом на землю и налогом на недвижимость, по которым исчислено около 9 миллиардов рублей. 15 ноября 2014 года наступает срок уплаты данных видов налогов. Касаемо земельного налога. Его плательщиками признаются также физические лица, у которых земельные участки на территории Республики Беларусь находятся на праве постоянного или временного пользования, пожизненно наследуемого владения или частной собственности. В целях равномерного распределения семейного бюджета предлагаем налог на землю и налог на недвижимость физическим лицам уплачиваться частями, заблаговременно или поэтапно. Уплатить земельный налог или налог на недвижимость можно в отделениях банков, почты, с помощью платежного терминала или в налоговом органе. Также процедуру оплаты можно произвести, воспользовавшись и самым современным способом – уплатить налоги через интернет-банкинг.